лет назад один русский купец в Южной Африке заметил растение, похожее на невзрачную сосну. Однако аборигены готовили из него чай красного цвета. Теперь этот чай называется ройбуш. И среди шедевров чайного искусства, которые в Украине представляет компания «Свет чаю», ройбушам отведено довольно почетное место. Ройбуш – это африканское название красного кустарника, и в буквальном понимании этого слова назвать его чаем достаточно сложно. Корректнее будет говорить «травяная смесь». Напиток этот обладает сладковато-фруктовым вкусом, и по сравнению с зеленым чаем ему не хватает этой благородной где-то горчинки. Вот интересно, как рестораны относятся, собственно, вот к ройбушу? Охотно ли включают его в свои чайные коллекции? Да. Рестораны очень хорошо относятся к ройбушу, и среди них мне хотелось бы выделить Феллини. Да, этот киевский ресторан покорил чайный олимп не только красотой заварки, утонченной подачей напитка и ценой, а высокой, но не завышенной. Гости готовы платить, но не переплачивать. За обряд, ритуал, церемонию. И если она умиротворяет, успокаивает и доставляет удовольствие, то 25 гривен – это цена не за чай с медом, сахаром, цукатами и вареньем. Это маленький вклад одного человека во всеобщую мировую кладовую, где растение – одно, а сортов чая не меньше, чем французских вин. И каждый сорт, как бриллиант, требует огранки и достойного представления публики, такого, как в ресторане «Феллини».